Здравствуйте, в эфире телеканала CBC, общественно-политическая передача «Актуально сегодня». Я ее ведущий Санан Заев. Гости сегодняшнего выпуска – доктор экономических наук, профессор Юнек Эльшад Мамедов. Эльшад, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Кроме этого, с нами все это время будет директор Асан Радио Эмин Мусави. Эмин, здравствуйте, добро пожаловать к нам Здравствуйте, в эфир. Приветствую вас и ваших зрителей, а также слушателей. Об этом я сейчас отдельно скажу. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей передачи, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы находимся не только в прямом эфире телеканала CBC, но и на радио CBC FM на волне 102.7. Что касается темы, тема у нас 20 октября президент Азербайджана побывал в Зангиланском районе, принимал участие, скажем так, ну, знакомился с той восстановительной работой, масштабной восстановительной работой, которая проводится там сейчас, да и на всех освобожденных территориях, встречался с общественностью. Обо всем этом мы поговорим. Но, если вы позволите, мы начнем с Эмин Мусави, потому что там была встреча с общественностью Зангиланского района, и уже добрая традиция. Президент Азербайджана на освобожденных территориях говорит: добро пожаловать в Зангилан, добро пожаловать в Физули, добро пожаловать в Джебрайл и добро пожаловать в Агдам. Это было в числе первых, если не ошибаюсь. И я просто хотел бы, пользуясь случаем, что у вас такой опыт общения был, вы в Агдаме были, когда президент Азербайджана встречался с общественностью Агдамского района. Ведь это же все-таки, я ощущение скорее этот вопрос, это же больше, чем просто встреча. Да, это больше, чем просто встреча. Это, конечно, необыкновенный... Во-первых, формат сам очень интересный и необыкновенные, непередаваемые эмоции, потому что мы ждали этот день очень долго и уверены были, что это произойдет, конечно же, но я, например, не мог представить, что именно вот такой значимый день, я тоже буду среди присутствующих, там было, ну, человек, в общем, 30 людей родом из Агдама, люди, которые были и постарше нас, и которые... видели Агдам еще, скажем, и 60-е, и 70-е годы. Формат очень интересный, очень искренний, и ты сразу получаешь эксклюзивную информацию от первого лица, каким будет Агдам или тот или иной район, как будет выглядеть город, и тут же знакомишься с основным планом, но узнаешь информацию с первых рук, и, конечно же, бывает неформальное общение, но многим, например, во время нашей встречи посчастливилось поговорить, выразить какие-то мысли, в том числе и мне. По телевизору не все показали, но формат очень интересный. Конечно же, люди ждут очень искренне, когда будут возвращаться на свои земли, и это будет происходить уже скоро. В частности, о встрече в Зангилане президент сказал, что, скорее всего, даже... не то что в следующем году, а уже в конце этого года. Есть такая надежда, начнется, что уже к концу года удастся это сделать. И на основе, примером был первым, вы правильно отметили, Агдам. Это смарт-город, совершенно другой. Будет отличаться от того Агдама, который был. Но в он будет, сторону. Да, конечно, он будет и больше, он будет инновативным, он будет современным. Скажем, там будут велосипедные дорожки, правильные европейские велосипедные дорожки. Там будет трамвай, город, его размер увеличивается. Будут и здания, и частные дома в том числе. Но несколько деревень нам сразу же тогда рассказали, что присоединяются к самому город городу. Город расширяется. Да, и вот деревня, откуда родом мой отец, дед, прадед, это Сейтли, прямо около Агдама. То есть мы из деревни Сейтли в течение там, 10 минут, наверное, доходили пешком до центра самого города. И вот определенные деревни, они будут уже в составе города Агдам. Эмоции непередаваемые. Конечно, мы когда со своими коллегами, допустим, ездили на территории Агдама, вот один из наших друзей, который героически погиб во время апрельских, в 2016 году, во время апрельской войны, боев, это Рагуф Оруджев. Ну, так получилось, что я, как некадровый офицер, после института служил в армии, в зоне ожидания огня. И там я познакомился с Рагуфом, а дальше он уже возглавлял часть в Агдаме. И вот во время съемок мы были с ним в самой ближайшей точке, куда можно было бы пойти и посмотреть на город. И удостоилась тогда такая, ну, получилась возможность снять сблизи Агдаме. Это были, конечно, непередаваемые чувства, смешанные эмоции, потому что вот он, но ты пока что не можешь перейти туда, на территорию, которая принадлежит, конечно же, Азербайджану, но
она была временно оккупирована. Да, спасибо за воспоминания. Мне посчастливилось тоже побывать в Агдаме. Насчет проекта города, на самом деле, очень сильно впечатляет. И полностью соглашусь с тем, что вы сказали по поводу искренности господина президента. Он со всеми здоровается, да, лично, фотографируется. Да. Это, конечно, очень-очень приятное впечатление оставляет. Но давайте все-таки поговорим о непосредственно Зангелане. И Зангелан – это такая история, там есть ощущение, что там экономическая составляющая, она большая. Мы слышали и раньше, и сейчас об этом глава государства говорил, на экспертном уровне тоже говорят, о том, что Зангелан становится неким транспортно-логистическим центром, его возможности и так далее. Давайте чуть подробнее для обывателя скажем, что же это означает, почему именно Зангелан, что это дает, в чем преимущество этого, ну скажем, населенного пункта, что ему вот такая у него судьба будет. Ну, на самом деле, да, сам глава государства фактически анонсировал те целевые ориентиры с точки зрения развития Зангеланского района. Это в первую очередь транспортно-логистическая составляющая. Несомненно, в этом аспекте Зангелан имеет весьма серьезные конкурентные преимущества, потому что и с географической точки зрения, и вместе с тем в свете тех новых реалий, которые формируются в регионе, это и углубление экономической интеграции. А экономическая интеграция – это, конечно же, прежде всего восстановление и развитие тех коммуникаций и артерий, которые, не надо забывать, что еще в советские годы в значительной степени обеспечивали социально-экономическое развитие всего Южного Кавказа, тогда еще республик Закавказья в составе Советского Союза. И их, кстати говоря, отношения с нашими соседями, в первую очередь с Ираном и Турцией. И в этом контексте превращение именно Зангелана в транспортно-логистический центр, построение там и ввод в эксплуатацию уже в ближнесрочной перспективе Зангеланского международного аэропорта, это все укладывается в ту цепочку тех процессов, которые происходят в регионе. И в контексте заявления руководителей трех государств, где фактически особым идет шрифтом восстановление коммуникации, открытие транспортных коридоров. Я считаю, что не случайно глава государства в ходе визита в Зангелан заявил о том, что уже даже Армения к этому относится более лояльно. Об этом, кстати, отдельно поговорим. И в этом контексте не надо забывать, какая роль в этом принадлежит Азербайджану, потому что в первые месяцы мы видели, что армянский истеблишмент категорически вообще не воспринимал саму даже идею восстановления этих коммуникаций. Но сегодня мы видим, что фактически интересы региона преобладают над интересами тех центров принятия решений, которые в течение, надо, я думаю, об этом откровенно говорить, в течение последних трех десятилетий играли дестабилизирующую роль в регионе. И, к сожалению, армянская элита фактически шла вот в этом вот направлении влияния внесистемных и нерегиональных игроков. Сегодня в свете процессов деглобализации мировой экономики появляются новые возможности, а результаты 44-дневной войны фактически подвели черту под этими новыми реалиями. Я считаю, что восстановление коммуникаций – это первый путь для опережающего социально-экономического развития освобожденных территорий. И Зангелан в этом направлении, безусловно, в первую очередь, да, будет транспортно-логистическим центром, но не надо забывать большой потенциал с точки зрения, в частности, горнодобывающей промышленности. Горно-рудная промышленность. Если позволите, отдельно я. Да, вопрос это, я будет. Думаю, мы что об этом, кстати, отдельно, говоря, отдельная тема для разговора. Отдельно поговорим. У меня следующий вопрос будет общего характера. Давайте начнем с вас. Глава государства, в принципе, вот, когда общался с, скажем, то ли будущими жителями, то ли уже бывшими переселенцами, очень сложно придумывать тут какие-то формулировки, он сказал, что в скором времени будет готов генеральный план города Зангелан. И вот мы видели генеральный план Физули, Агдама, если не ошибаюсь, Джабраил тоже уже был. Не акцентируя внимание на каком-либо непосредственном городе, с Агдамом вы однозначно, я так понимаю, уже знакомы, но вот, наверное, эти генпланы все-таки, они в большей части учитывают историю, географию населенного пункта, какие-то традиции. Но есть, наверное, что-то, что их всех объединяет. Давайте немножко поговорим об этом. Давайте сначала с Эмин нам расскажет, что именно соединяет, что именно характерно. Я думаю, что чисто по информации и как журналист мы занимаемся, естественно, этой темой очень серьезно. Я думаю, что прежде всего, конечно, это формат. Об этом мы говорили несколько минут тому назад. И самое главное, что эти
города, населенные пункты, они будут инновационными, они будут современного характера и формата. И сегодня мы видели все, было представлено также инновационные дома, поселения новые и так умные далее. Умные села представил министр сельского хозяйства Азербайджана. И помимо этого, президент всегда говорит на всех встречах о том, что вот вы тоже скажите, что нужно добавить, что нужно учесть. Потому что в любом вопросе важны детали. А эти детали знают кто давно проживал там, ну, вынуждены были поменять место жительства. Сейчас возвращаются, и вот эти люди как раз-таки должны говорить специфику, и что именно должно быть, какие есть традиции, это все должно тоже учитываться. Но, естественно, все должно быть функционально и намного лучше, чем в том периоде, потому что это были фактически, когда территории были оккупированы нашими соседями, это были, в принципе, советские города, поселки, деревни. Сейчас все поменялось в мире, и вот формат тоже меняется, и он будет очень инновационным. Можно сравнивать однозначно, и это не пафос, это не какая-то пропаганда, с европейскими городами, а также с европейскими поселками и населенными пунктами. Это очень важно, я думаю, что вот это все будет учитываться. Что нам ваше мнение хотелось бы узнать? Опять же, несколько раз Эмин Алимон сделал акцент инновационные. На самом деле, это и зарубежные гости, когда приходят, это привлекает, да? Но что еще может быть, вот как-то охарактеризовывает? Какой-то стиль же все-таки есть у всех, опять же, с учетом местных реалий. Да, безусловно, самобытность должна быть сохранена, но я здесь соглашусь с Эмин Алимон в том, что экономическое, социальное развитие, гуманитарное развитие без активного внедрения инновационной составляющей на сегодняшний день в условиях новых реалий крайне затруднительно. И я думаю, что это в принципе безальтернативный вариант развивать социально-экономическое развитие, гуманитарный сегмент, как раз таки опираясь на те уже имеющиеся достижения, международный опыт, но вместе с тем, несомненно, специфика нашего региона должна быть сохранена. И не случайно, вообще говоря, в центре политики и главы государства, и первого вице-президента нашей страны сохранение самобытности Азербайджана. И это в том числе касается и разных сегментов управления. В частности, если мы будем рассматривать экономическую составляющую, то, что происходит на экономическом треке. Несмотря на все вызовы последних десятилетий, Азербайджану удалось сформировать свою в определенной степени самобытную модель экономического управления. Вы, наверное, помните, какие были призывы, рекомендации. Иногда уже это переходило даже в диктат со стороны международных организаций, что нужно приватизировать все государственные структуры, естественные монополии. Но мы видим на примере того, вот, как это происходило в некоторых соседних странах, каким это печальным последствиям приводило. И в этом смысле я считаю, что сохранение вот этой самобытности, безусловно, дополняясь инновационными решениями, это тот путь Азербайджана, который уже доказал в значительной степени свою состоятельность, потому что Азербайджан фактически одна из немногих, надо признать, стран региона, которая доказала свою субъектность и в политическом, и в экономическом отношении. И новые реалии еще раз продемонстрировали, что без позиции Азербайджана реализовывать какие-то региональные проекты, это не просто нецелесообразно, но это фактически абсолютно бесперспективно. И мы сегодня видим, что основные игроки региональные это осознают. И, безусловно, здесь есть и конкурентная борьба. Безусловно, что в каких-то странах, в каких-то столицах это вызывает какое-то раздражение. Но там тоже, судя по всему, какие-то перемены происходят. Но там тоже имеются какие-то вопросы. И в конечном счете, вот эта конструктивная позиция нашей страны, я думаю, что приведет к тому, что, несмотря на всю волатильность, несмотря на всю неопределенность мировой экономики, не надо забывать, что фактически мировая экономика сегодня погружается в беспрецедентный за последние 100 лет кризис. И в этих условиях сохранять вот этот островок социально-экономической стабильности, вместе с тем сохранять инициативу развития, это очень важно. И в этом смысле, конечно же, региональное развитие, инвестиции регионального направления, они будут играть очень важную роль. Я считаю, что освобожденные от оккупации территории и Зангилан в том числе будут в определенной и в значительной степени драйвером социально-экономического развития. Да, будем надеяться, так и будет. Давайте я предлагаю немножко все-таки отойдем от экономики.
от есть человеческие моменты. Да. В Зангилане господин президент, он когда говорил, он говорил о наших войнах, о наших шахидах, которые освобождали, наших героев, которые освобождали эти территории. Мы очень часто этого слышали по поводу города, освобождения города Шуша, но это относится и ко всем другим освобожденным населенным пунктам. То, что впереди шло молодое поколение, которое не видело этих семей. Они не видели Шушу, они не видели Зангилан, но, знаете как, это никак не отражалось на их желании освободить. Они, такое ощущение, что они, наоборот, стремились увидеть это и да, ценой своей жизни это освободить. Мэм, я хотел бы узнать вот ваше мнение, благодаря чему вот был сформирован такой настрой? Потому что противник-то что думал? Армянская сторона думает, мы забудем. Uh-huh. Не только не забыли, так и молодое совершенно поколение верно. Стремилось. Да, совершенно верно. А благодаря чему и как все-таки это еще и укрепить? Это очень хороший вопрос, и я, так же, как и все мы, часто думал и думаю об этом. И я думаю, что это правильное воспитание детей, которые выросли и стали защищать свои земли, свою территорию. Я думаю, что это, конечно же, правильная политика государства. И из года в год и люди друг друга желали того, чтобы, например, нам, представители медиа, желали, что пускай будет, наступит тот день на праздниках, там, на, когда были важные дни или трагические, что мы вот желаем, чтобы ваш голос был голосом победы, чтобы вы рассказывали о тех успехах, которые приведут к тому, что мы деоккупируем свою территорию. Что пускай там Асан радио будет слышно в городе Шуша, в Карабахе. Так и получилось. Когда мы давали прогноз погоды, и телеканалы, и радиостанции по всему Азербайджану и говорили, что вот в Агдаме будет температура плюс 15 градусов, в Шуше там плюс 10 и так далее. Некоторые скептически относились к этому, что почему вы это говорите? Ну, нас же там нет мы пока. Мы туда не едем. А даже президент Азербайджана Ильхам Алиев, он на встрече с нами несколько раз по телевидению тоже передавали на разных встречах, он говорил, что я видел, когда встречался с людьми, с вынужденными переселенцами, в их глазах какой-то, ну, вопрос или вот, ну, может время, быть, неуверенность, время что, ну, вот сколько это продолжается и когда мы вернемся. И вместе с этим всегда была вера у всех. Да. Всегда была вера у азербайджанцев, что мы обязательно вернемся. И так мы воспитывали наших детей. На самом деле, да. Большинство тех ребят, которые возвращали Карабах, они... Ну, намного младше нас. Да. Я, например, служил в зоне боевых действий 20 лет тому назад. Да. Сейчас я смотрю, что, в принципе, многих из них, ну, или не были, они были маленькими детьми. Ну, я не имею в виду высокопрофессиональных, там, военных, офицерский там, состав, офицерский состав и так далее. И мы помним наших героев. Аллах битун шайд тарим зари ахмет алясин. Пускай все будет хорошо у тех ребят, которые после войны сейчас адаптируются. Это все-таки непростой процесс, те, кто получили ранения, и мы как организация, скажем, Асан Хидмет, вы знаете, при Асан Хидмет фонд Яшат, поэтому мы тоже участвуем, и как Асан Радио, и наши коллеги тоже участвуем в определенных вопросах, поэтому я знаю этот процесс тоже. Я думаю, вот то, что вы спросили, самое главное, это и у меня, если позволите, я скажу коротко очень. Мы часто участвовали на международных конференциях, там, допустим, Европейский Союз организовал какие-то топовые встречи политиков мировых, и мы ездили туда тоже, мы встречались с нашими коллегами из разных стран, в том числе с нашими соседями, и были такие разговоры, что, ну, ты понимаешь, Эмин, ну, мировое сообщество, оно не позволит, чтобы вы, ну, если даже вот ты так говоришь, все, чтобы вы деоккупировали Карабах, но у меня тоже всегда была уверенность, я говорю, что нет, это обязательно произойдет, я говорю, вы понимаете, мы хотим это сделать мирным путем. Но все это произошло так, как произошло, и слава Богу. Поэтому я считаю, что это максимальная уверенность, правильное воспитание детей и правильная политика государства, которое делает все время приоритетом. Может быть, кто-то опять-таки ухмылялся, говорил, что ну еще сколько лет это все будет продолжаться, вот эти пожелания ваши. Но мы видим, что эти пожелания сбылись, и слава Богу. Если позволите, просто как журналист, вы сказали про поводу прогноза погоды. Я не скажу, что это был жанр, но это была определенная работа в азербайджанской журналистике. В дни оккупации делать сюжеты, писать статьи и так далее. Слава Богу, этого больше нет. Да, и по совсем другим датам, по датам освобождения. Конечно. Я с вами согласен. Формат меняется. Да. Ну, конечно, мы всех наших героев помним. И те, которые погибали за нашу территорию в начале 90-х годов. Вы знаете, вот когда я в первый раз поехал в Шушу,
У меня были очень смешанные чувства. Я сам сначала не понял. Вначале это максимум радости. Максимум радости и гордости. Но потом ты понимаешь, что... Вот, город разрушен. И помимо этого, сколько человеческих судеб. Да. У нас есть друзья, наши коллеги, отцы, которых там погибали. Да. У нас есть друзья, которых там близкие родственники погибали. И тогда, и сейчас. То есть... Да, на самом деле, это очень такое тяжело. Ощущение, когда ты действительно идешь этой дорогой, дорогой победы. Ты это как бы на себе чувствуешь, что год назад ребята совсем в других условиях шли. А по поводу Зангелана, есть еще один такой момент, который тоже бросается в глаза. Это массированная, я бы даже сказал, если это слово применимо, электрификация освобожденных территорий. Все визиты господина президента на освобожденную территорию, ну, особенно последний, это или открытие подстанции, или закладка фундамента и так далее. Насколько это важно? Насколько это важно с точки зрения развития и восстановления освобожденных территорий? Вот такая массированная, знаете, агрессивная, я бы даже сказал, политика по электрификации этого региона. Крайне важно. И не надо забывать, что даже в советское время был такой лозунг, что... Что означает электрификация стран, я не хочу это дословно повторять. Но на самом деле, действительно, для экономического развития энергетическая составляющая играет системообразующее и крайне важное значение. Потому что нет ни одного крупномасштабного, ни регионального, ни глобального экономического проекта без энергетического обоснования. Любой экономический мегапроект, когда в него закладывается технико-экономическое обоснование, должен подразумевать энергетическую составляющую. И здесь крайне важно отметить, что да, Азербайджан является страной, которая активно позиционируется как центр генерации энергоресурсов. Мы экспортер, мы в Европу, одна из немногих стран, которая экспортирует энергоресурсы в Европу. Но вместе с тем мы страна с растущей демографией. И если иметь в виду вот этот контекст, мы элементарно только по потреблению газа у нас ежегодно прирост внутри страны в размере около 10%. Это очень внушительные цифры. И все это вкупе с теми процессами восстановительными, которые будут там происходить, безусловно, будет крайне очень, я бы даже сказал, судьбоносный момент с точки зрения развития отечественной экономики будет эта энергетическая составляющая. И не случайно мы сегодня говорим об альтернативных источниках генерации. Вроде мы страна, которая экспортируем энергоресурсы в Европу и в этом плане много чего добились в течение последних лет. Но не надо забывать, что, во-первых, вызовы сегодня крайне быстро и динамично меняются. Не надо забывать, что региональная экономическая интеграция. Вот мы говорим все время о развитии не нефтяного сектора, развитии не сырьевых отраслей промышленности. А это все энергоемкие сферы. Если мы хотим развивать, диверсифицировать нашу экономику, если мы хотим выходить на экспортные рынки с более высокотехнологичной продукцией, нам нужно больше и потреблять энергии. Все эти сферы промышленности, хотим мы того или нет, будут требовать большего потребления энергии. Поэтому здесь я особо хочу подчеркнуть, что наряду с активным вводом в эксплуатацию альтернативных источников электрогенерации нам необходимо будет все же развивать и сферу газопереработки, и сферу нефтепереработки. В этом контексте у нас очень большой потенциал. И то, что вот вы отметили, что в принципе лейтмотивом восстановления территории стоит энергетический проект. Ну, в каждом районе. Да, и это крайне важно, потому что сегодня, например, мы можем уже констатировать, что по Зангелану прирост населения в течение последних 30 лет это приблизительно на уровне 50%. Да. От 30 тысяч сегодня уже 45 тысяч. Это о чем говорит? Это говорит о том, что та генерация, которая была в советское время, сегодня, конечно же, недостаточно. И это люди будут с современными запросами, не советскими. И сегодня уровень потребления энергии. Совсем другой. Все видим в рамках цифровизации. Это все идет за счет электроэнергии. Да, безусловно, в рамках нового технологического уклада активно внедряются энергоэффективные технологии, энергосбережающие технологии. Но вместе с тем, для индустриализации, а индустриализация для нас крайне важна, для индустриализации рост потребления электроэнергии – это однозначный тренд, и мы не должны от этого отходить. Конечно же, в этом контексте перспективы, связанные с гидроэнергетикой в том регионе, крайне, я бы сказал,
радужные для азербайджанской экономики, вместе с тем солнечная генерация, в определенной степени ветряная, но опять-таки мы там должны комбинировать альтернативные источники с традиционными источниками, тепловая генерация, потому что восстановление экономики региона будет требовать прироста электрической генерации. Несомненно. У меня вновь будет такой общий вопрос. Начнем с Эмималем, а дальше, наверное, по экономической части вы скажете. Господин президент сказал, это он общался, опять же, с общественностью Зангилана, он сказал, что в принципе то, что мы последнее время слышим, показывает, что мы добиваемся открытия Зангезурского коридора. И глава государства достаточно четко сказал, что в том, что это так происходит, есть и наша заслуга, потому что поначалу армянская сторона, она в смысле и сейчас, в принципе, отчитает, риторика одно, действие другое. Ваши ощущения, вы готовы ли вы как-то прогнозировать, когда это все откроется, и насколько можно все-таки доверять армянской стороне? Что будет сдерживать все это время армянскую сторону от того, чтобы она ушла от достигнутых договоренностей? Я могу однозначно сказать, что это 100% будет. И могу сказать, что это очень интересно не только Азербайджану. В принципе, армянская сторона тоже должна понимать, что, вы знаете, жить в иллюзиях, в созданных мифах, это уже вчерашний день. Надо жить в реалиях. Реалии каковы? Реалии таковы, что Азербайджан — это другая страна вообще. Это другой уровень отношений. Азербайджан — это искренняя страна, это искренний народ, это сильное государство. В регионе с ним считаются, и сейчас будут считаться еще больше. Да. Азербайджан — страна-победитель. Вот вы в начале программы сказали, что вас и нас сейчас можно слушать в Карабахе. Я хочу передать большой привет нашим воинам, которые выполняют там свой долг. Я хочу передать привет гражданским лицам, которые там с первого дня, как только были до оккупированной территории, рискуя своими жизнями, делали свою работу. А также хочу обратиться к тем армянам, которые проживают на азербайджанской территории, сказать, что вот разве мы говорили о периоде Советского Союза, мы помним, моего возраста люди тоже помнят тот период особенно хорошо. Там, начало 80-х, середина 80-х, конец, потом что происходило и как люди жили у нас, даже в столице, в Баку и в Карабахе тоже рядом с нами. Очень было искреннее отношение со стороны азербайджанцев всегда, очень было такое большое соучастие во всех вопросах. Очень толерантно. И никогда азербайджанец не прятал камень за пазухой, да? То есть мы были в шоке, когда выходили, помните, всякие журналы, книги, где печатались фотографии наших же вынужденных переселенцев. Выдавали их за армянских, которых мучают плохие азербайджанцы. То есть, ребята, вот если вы меня слышите, а вы нас слушаете, я уверен, мифы, легенды, нереальные какие-то сказочные мысли, все это уже должно остаться в прошлом. Надо жить реалиями сегодняшнего дня. Я имею в виду и человеческую сторону вопроса, и, конечно, экономическую сторону вопроса. Экономическую сторону вопроса по поводу Зангезурского транспортного коридора нам расскажет Ильшат Мальм. А я бы хотел узнать, ваша оценка экономической составляющей, не только вот очень правильный момент, что нас слушают, смотрят в интернете и армяне, не только с точки зрения Азербайджана, но и с точки зрения Армении тоже. На самом деле Азербайджан, мы уже говорили об этом, в частности, в ходе этой передачи, что Азербайджан является страной крупнейшей не только в плане географии, но мы фактически почти уже 3/4 экономики Южного Кавказа. И в этом контексте вот реализуемые сегодня вот эти идеи по транспортно-логистическим коридорам, они фактически являются безальтернативными для Армении, для будущего этого государства. То есть выбор-то у них... Те неудачи, в том числе и в сфере военного строительства, которые были в Армении, они же в значительной степени связаны с потерей инициативы с точки зрения экономического развития. Но фактически Армения осталась в стороне от всех региональных проектов. И в этом контексте именно реализация Зангезурского коридора и, в принципе, открытие транспортно-логистических коридоров играет здесь крайне важное значение. И мы говорили об энергетической составляющей и энергообмен.
генерация электрической энергии в том регионе при конструктивном подходе армянской стороны в значительной степени позволит им тоже пользоваться теми привилегиями, которые будут в этом регионе. Потому что в любом случае и формат сотрудничества Россия-Азербайджан-Иран, и формат сотрудничества Россия-Азербайджан-Турция, и формат сотрудничества в целом кавказский, он будет реализован, потому что это безальтернативный сценарий. И как уже отметил наш глава государства, в том случае, если какие-то государства, и мы приблизительно знаем, о ком идет речь, будут сторонят этого процесса, и без них мы это можем реализовывать. Но в их же интересах, в их же экономических, политических интересах, ну, давайте смотреть объективно на происходящий процесс. Что происходит в Армении? Какая там демографическая ситуация? Какой отток населения в течение последних лет? Какой отток реально активной части населения, трудовых ресурсов? И в этих условиях, конечно же, для альтернативы, если рассматривать, какие там могут быть варианты, да, они какие-то мифические иногда, армянские политики выдвигают идею, что мы в обход что-то построим, какие-то коммуникации. Но мы же все отлично понимаем, как специалисты, ну, строили бы до 30 лет, что все мешало? Эти процессы в течение последних 3 десятилетий привели это государство к тупику. Если продолжать идти по тому же треку, я считаю, что может достаточно серьезно стать вопрос вообще в целом об армянской государстве. Забетонировать тупик можно будет, да? Мой заключительный вопрос будет, у нас где-то 3 минуты эфирного остается, это не Зангелан, это то, что произошло, два события на этой неделе. Это касается, вот вы сказали, определенных наших соседей, я назову впрямую, это Иран. Две вещи произошло. Азербайджанская сторона, ну, согласно информации СМИ, передала иранской стороне двух водителей, которые в свое время, некоторое время нас задержали, они незаконно проникали через Лачинский коридор на территорию, которую временно контролируют российские миротворцы. Их вернули иранской стороне. Иранские определенные ведомства составили письмо, отправили, так сказать, своим органам там, чтобы их водители в будущем не посещали эти территории без санкций Азербайджана, вопреки нашей воле и так далее. И так далее. Ну, опять же, давайте я разделю на две части. По вашим ощущениям, это как-то уже можно сказать, что, ну, первый шаг к нормализации вот того конфликта, искусственно созданный иранской стороной на основе их галлюцинаций, да? И может ли это все-таки вот эти два шага как-то вот пойти в лучшую сторону? Я скажу коротко, по моим наблюдениям, я думаю, что просто внешней политикой в Иране сейчас занимаются уже другие люди, поэтому такая получилось то, что получилось. Что касается тех, кто проезжает через территорию Азербайджана или заезжает на территорию Азербайджана, так же, как на территорию любой другой страны, надо считаться законами этой страны и не делать каких-то эмоциональных резких выпадов, выводов, а также не давать интервью армянским или проармянским СМИ и посылать сюда какие-то месседжи. Опять-таки, возвращаемся к тому, что Азербайджан, как народ, мы как азербайджанцы, да, как народ, очень искренне, абсолютно никогда не имеем каких-то неправильных мыслей по отношению к кому-то, если там не нарушает наши какие-то права или законы, или же, ну, мы знаем много чего, что было на тогда оккупированных азербайджанских территориях, что происходило. Как разбирались эти деревни, поселки и города, мы все прекрасно знаем, замечательно все знаем. А что касается другого вопроса, надо понимать, что так же, как это должна понимать Армения, Азербайджан — это страна в регионе, с которой надо считаться, которую надо уважать. И интересы, то, что касается галлюцинаций, необоснованные какие-то, кто-то что-то увидел во сне, утром проснулся и сделал официальное заявление, все неправильно. Считаю, что в конечном итоге та здравый сторона поймет, смысл преобладает. И наконец-то должна преобладать, и все будет хорошо. Будем надеяться, так и будет. К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Мне режиссер уже торопит. Время мяли много из того, что я хотел сказать уже. Ну, великолепно. Извините, что я вам не оставил минуту времени. Да. Я благодарю вас за участие. Спасибо. Благодарю вас за то, что нашли время. И я напоминаю нашим зрителям, все это время непосредственно на студии был Ишат Мамедов, доктор экономических наук, профессор ЮНЕК. Большое вам спасибо. И с нами все это время был также директор радио АСАН Эмин Мусавиевмен. Огромное спасибо. 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 Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуально сегодня». Я ее ведущий Санан Заев. До свидания, до новых встреч.